В эфире рейтинг «Бизнес» новостей в сети интернет по версии первого делового. Несмотря на санкции России против ЕС, страны таможенного союза не отказываются от импорта с Европы. В частности, Белоруссия и Казахстан заявили, что без европейских товаров они не обойдутся, пишет iPress.ua. Однако все, что будут покупать, для внутреннего рынка, не для России. Тегеран готов поставлять Европе газ по трубопроводу Набуко в обход России. Об этом заявил заместитель министра нефти Исламской Республики Али Маджиди. С учетом того, что Европа стремится диверсифицировать источники получения энергоносителей, Иран может удовлетворить часть потребностей. Это стало возможным после ослабления односторонних санкций в отношении Тегерана. Иран и европейские партнеры должны определить пути решения проблемы. Ослабление темпов экономического подъема в еврозоне и увеличение напряженности в отношениях с Россией негативно сказались на доверии потребителей и бизнеса к экономике Германии. Это ставит под угрозу восстановление экономики региона, пишет газета Financial Times. Официальные данные о ВВП Германии, которые будут опубликованы на этой неделе, как ожидается, укажут на стагнацию в экономике страны во втором квартале. По оценкам экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, германский ВВП в апреле и июне уменьшится на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом после подъема на 0,8% в январе-марте. Индия утвердила правила создания и листинга инвестиционных доходов недвижимости в рамках открытия рынка объемом 20 миллиардов долларов. В частности, REIT должны будут иметь собственные активы на сумму не менее 82 миллионов долларов, заявил Совет по ценным бумагам и биржам Индии. Окончательные правила будут опубликованы в самое ближайшее время для того, чтобы фонды смогли заработать в течение 1-2 месяцев. На межбанке цены американского доллара подскочили к 13 гривнам 50 копейкам. Цены евро также ушли вверх, достигнув 18 гривен 2 копеек. Украинская валюта упала почти до исторического минимума. Он на межбанковских торгах был зафиксирован 11 апреля, когда курс валюты достиг 13 гривен 80 копеек за доллар. Таким был рейтинг «Бизнес-новостей». Оставайтесь первым деловым.